Здорово, чуваки, с вами Александр Дегтярев, и мы в Краснодаре, в Арена Холл на третьем факультете. Сейчас выступает 7000 баксов, а впереди еще Трактор Боулинг и Аматори. Факультет, движуха, классная и до боли ностальгичная. Эх, были же времена расцвета альтернативы, нью-метал и всякой разной мазафаки. Краснодарские старики-тусовки помнят, какие крутые фесты были в таком месте, как Орбита, а позже в Калашникове. Народу тогда на концерты валило просто немерено. Это сейчас все настолько избаловались, что собирают только на разных там кредов или имбискетов. А тогда любой концерт посещали все, абсолютно все люди, так или иначе относящиеся к неформалам. Если, конечно, могли трезвыми подняться в клуб. Печально, конечно, но время идет. Но вот начались концерты под общим названием «Факультет», где вместе собираются легендарные группы 2000-х годов. На третьем факультете представлены такие команды, как «Аматори», «Трактор Боулинг», «7000 баксов» и молодая группа «Немы». Сказать, что это круто, ничего не сказать. Если бы году так в 2007, который все безуспешно пытаются вернуть, нам привезли вот такой вот состав, то со всего края навалило бы столько народу, что Арена Холл точно треснула бы по швам. Но и сейчас много кто пришел вспомнить музыку, на которой рос, хоть и не в таком количестве, как хотелось бы. Лишь ближе к тракторам и Аматори площадка более или менее наполнилась людьми. Как потом мне сказал гитарист тракторов, прошли времена альтернативы, сейчас люди ходят на другую музыку. Звучит, конечно, грустно, но мы докажем, что это не так, и альтернативную музыку еще котируют. Вот честно скажу, был на концерте Fuck and Roll на данный момент с Star Killers, и там была Аматори, Сигмата, но здесь пизжа, честно скажу. Девчонки, что вообще, 2007 вернулся? Да, определенно. Мы приехали на факультет, тупо помошиться, оторваться и просто, блядь, выплеснуть свои ебаные эмоции. 7000 бачей, блин, посмотреть, Аматори вспомнить, факультет первый вспомнить, блядь. Ну, Трактор Боулинг, конечно, они там сейчас выступают, я хуй знает, блин, что это за ребята, если честно. Ну так, пришел, короче, побухать, оттянуться, отдохнуть. Вообще, Чувак, ты что тут хуяришь-то, русскую водку, блядь? А слымиться будешь? В Краснодаре вообще самый уматный, мне кажется, слэм. Дяденьки здоровые. Есть с кем потягаться. Охуеть! Это первая часть отчета с третьего факультета, которая посвящена группе «Трактор Боулинг». Трактор Боулинг – российская рок-группа, играющая альтернативный металл. Образовалась группа в далеком 96-м году. Однако первый полноценный альбом вышел только через 6 лет, в 2002-м под названием «Напролом». С тех пор группа выпустила 6 номерных альбомов, один лайф-альбом, а также несколько синглов. Группа ведет активную концертную деятельность, снимает клипы и вообще участвует где только можно. Вокалистка группы Луги Варкян так и вовсе трудится еще в одном нынче популярном рок-коллективе под названием «Луна». Так что ребята солидные, опытные и талантливые. Ну что, заценим их живое выступление. Уверен, что вам уже не терпится. Так что погнали! We'll be right back.
Лично я был впервые на концерте группы «Трактор Боулинг», но мне весьма понравилось. Видно, что ребята очень старались. Отличный звук и хороший сет-лист, в котором были как старые любимые хиты, так и вещи со свежих пластинок. На этом первая часть видеоотчета с третьего факультета подходит к концу. Ждите еще целых два выпуска о группах «7000 баксов» и «Аматоре». С вами был Александр Дегтярев и мой скромный ламповый проект «Rock News». Подписывайтесь на мой канал, и тогда не пропустите новых видосиков. До скорой встречи, друзья! Не жить, больше не просить.